Да-да-да-да-да-да-да-да-мама-мама-мама-мама-папа-папа-папа-папа-я. Родную песню на фестивале казачьей культуры знают хорошо. Ансамбль приезжает туда регулярно. В этом году покорять Тобольск ездила старшая группа. В первую очередь, это как творческий опыт. Ну и вообще, просто для себя это, ну, мне нравится это. На конкурс ансамбль представил сразу несколько номеров – сольные и коллективные. Готовились долго, хотели удивить жюри. Восстановили сложную песню из репертуара кубанского хора. Слова Сергея Есенина, а музыка Виктора Захарченко. Красивое, сложное, четырехголосное произведение, которое просто в концертах не всегда и исполнишь. Вот именно его оценят, наверное, профессионалы. И оценили. Родная песня привезла диплом лауреата первой степени. Отличились и в соло, второе место. Но главное, воспитанники получили заряд эмоций и вдохновения. Самый бравый конь моложавый. Планы на этот творческий сезон у коллектива грандиозные. Сейчас воспитанники готовят новую песню к юбилею своих коллег. Параллельно восстанавливают старый номер «Три березы». 10 лет назад воспитанницы ансамбля завоевали с ним гран-при на международном конкурсе. Хотим повторить этих трех девочек, которые ходили 10 лет назад в этот ансамбль. И 10 лет никто не трогал эти костюмы. И вот мы хотим восстановить номер. Да. Но самое долгожданное событие для артистов – поездка в Санкт-Петербург. Туда они отправятся на осенних каникулах. Инструментальная группа «Терем-квартет» пригласила родную песню на обучение в творческую школу, где их будет ждать не только конкурсная программа, но и образовательная. Ребята убеждены – это будет незабываемая поездка. Кочерова, Валентин Саблин, телерадиокомпания «Юганск».